Привет тайному клубу моих подписчиков в количестве 7 человек. Опять ветер, блин, ничего не будет, не слышно. Сейчас мы пойдем глядеть на психов, которые будут сигать с моста вон в эту речку, в Волгу. Слушай, а что он такая широкая-то тут стала? Она же не была такой широкой. Как-то вот прям что-то, да. Что, прыгает? Вот такая толпа. Вон сейчас будет прыгать. Блин, хоть микрофон зажимай, чтоб ветра не было. Так, надо показать мост. Значит, вот мост. Значит, вот мост, и с него-то они и прыгают. Ничего таки не слышно. Так, мы тут вот пешеходный мостик. Слушай, что-то она вроде больше стала, по-моему, она меньше была, Волга-то. Снег сошел. Снимай. Так отсюда ты что? Да тут снимает. Вот сейчас. О, глядите, как ее. Сначала. Опа. Все, больше мы ее не видели. Да. С ума сойти. А ты прыгал? Нет. Готовишься? Ну, а чтобы готовиться. Не, ну морально. Готов? Ты с парашютом прыгал когда-нибудь? Нет. А ты? Ну, один раз. Но готовился долго. Морально. А что там сложно? Ну, страшно, блин. Слушай, а как она назад? Ну, ее сейчас пустят. В смысле, ее сейчас отмотают, и она поедет вниз. Но это мы поглядели сверху. Вот у меня друган, я тебе потом видос это. На каску, что ли, хочешь? А? На каску хочешь? Да нет, я и так тебя поснимаю. Но если хочешь, с той стороны. Ее можно прицепить. Стой. Ой, там же она. О, а вон она где? А, вон эти-то кабели. Если честно, что-то мне эта система не внушает доверия. И она вниз, да, поехала? Видишь, стравливает, типа. Вот эта система рычагов. А, ну, чё-то... я думал, обратно поднимают потом, а видишь, не поднимают. Чё-то фиг знает, чё-то как-то все хлипко. Ну ты вон погляди, вот это мне интересно, та штука вот. Чё, она за чё-то прыгает? Ну фиг знает. Она за дерево просто зацепает, если дерево его натрвётся. Видишь, ну вот там за дерево, здесь за какой-то пенёк. Где за дерево? Вон там он за дерево зацеплен. Да это кажется, нет, не может быть. Ну может они здесь забили какие-то. Ну короче, вон ее опустили. Вот, система. Система Ниппер называется. Чё-то не особо она мне это вдохновляет, эта система. Ну ты, ну прыгать-то не знаю. Поглядеть, вот всё. Ну поглядеть, если. Нет, сейчас у меня это тоже прыгнет. Да. Вон там, вон маленькая башенка, она напоминает. Вот отсюда даже, может, немножко и Вену напоминает. Ну, чуть-чуть. Даже не Вену, а Будапешт. Что за башенка? А вон башня, вон, видишь, две башенки, одна за другой, на крыше. Ну вот, если по улице глядеть, вот желтый дом, потом вон две башенки, они такие в европейском стиле. В европейском стиле, да. Что, еще одна, что ли? Ну вон, видите, там зеленый мужик, там все вопросы, фак, написан. Часто задавая мои вопросы. Крышкам, нет, не психи, все живы-здоровы. Ну, ну слушай, этот мужик весит много. И сейчас он. Тебе вот самое. Да я, у меня с давлением проблемы, я боюсь вообще. Ну тут не такой перепад-то. На счет, счет ты взял-то. В горах он хотя бы плавный. А тут резко тебе вот на 50. На 50 метров. Уж-то ладно, у тебя, блин, давление потом там будет какое-нибудь. Таблеточку это. Долбанул. А ну сейчас будет. Вот внизу, ты знаешь, какая там перегрузка идет. Я свободен! Ура! Мама! Все, туда пошли.
Опа. Че, нам сейчас бегать, что ли, туда-назад? Не, он сейчас прилетит. Вот. Потом как на качелях качаешься. То есть тут как бы два в одно. Вначале прыгаешь, потом качаешься еще. Надо как-то видосик назвать на ютубе, так, чтобы замануха была. Может, я свободен. Точно, я свободен. Чтобы это, может, еще один подписчик добавится какой-нибудь. Нет, ты назови мега-прыжки, психо с моста там или что-нибудь такое. В скобочках я свободен. Освободился лучше. А что, он ногами не заденет сейчас ему по башке? Как будто бы вот прям по башке задевает. Ну его что, уже стравливаете? Что-то все равно, я вот что-то как-то хлипко, блин. Не, было бы хотя бы над водой, блин. Да блин, я-то не то чтобы боюсь, но у меня хотя просто над у меня. Водой даже. У меня с давлением проблема уже давно. А там знаешь, какая это идет? Зачем мне это? Не, я бы с удовольствием, но что-то я боюсь, блин. А меня не пусто. Давай, прыгай, короче. Да ты сам попробуй, давай мы узнаем, сколько можно. Нет, нафиг. Это... Я стоять, как я бы уже сказал, я бы уже прыгнул, но у меня проблемы с давлением. Моему сейчас надо думать. Но новые, нет, это не засчитывается такая отмазка. Ты должен отмазку такую, чтобы была, засчитывалась. А ты он весит 151 кг. Да, 151 кг я вешу. Паленов-то, мне кажется, он сколько? Да у него вообще адские проблемы, ты чего? Но он туда это упадет и это сознание потеряет. Тут же идет, во-первых... Ой, блин, я даже смотреть-то уже боюсь. Тут, во-первых, идет выброс этого адреналина адский. То есть у тебя этот пульс увеличивается. Во-вторых, и так давление, блин. Но тем не менее. Не, вот тут Джон может. Точно. Мы ему покажем. Джонсон, если ты видишь это видео, ты должен это сделать. Ну а мы тебе купим. Когда у него день рождения-то? Точно. Мы Джон. Ну оно, блин, это зимой у него. А, ну мы ему сделаем какое-нибудь такое. Полу медир сделаем, чтобы у него было летом. Не, ну можно, наверное, купить какой-нибудь билетик. Ну да. И потом, типа, его летом потратить. Стоит, короче, 800 рублей. То есть ну, это вообще... не безумно большие деньги. Что здесь, я что на это этом. Вообще гроши. Что на картинге. Пока, блин, какой вид чудесный на Волгу, а? Чудесный денек. Вид на Волгу, все дела. Уж даже так страшно. Скажу перед прыжком. Ну давай. Итак, новый безумец с GoPro-хой на шлеме зеленый. А прикинь, вот в этом доме красном кто живет, они это могут вообще с балкона снимать. Это, мне кажется, так надоело. Такой чудесный мост. Че он будет кричать? Кстати, отсюда не так страшно, как оттуда. Вот да. Вон там хлипкая система, это и есть вся ихняя. Блин, я вот представляю себя на его месте. Какой ужас, поди. О, давай, решайся. А что-то он, видишь, он как-то стоя, а тут тетку-то скидывали, это плашмя. Да, потому что она стояла. Гляди, часа, гляди, блин, гляди. Эта тетка. Ее. Вот. Опа. О! Не, там запас вообще большой. Видишь, как вы там, блин. Метров 10, наверное, блин. А те вон внизу сидят, как это, как. Они даже не глядели. Давай, да. Сейчас ловить будут его. Вон, видишь, какой запас-то вон он над этими. Так что. А тут не такой уж перепад-то большой. Че тут? Тут сколько метров-то? Да, он тут метров, ну я, конечно, не знаю, метров может 20. Ну, 30. Но как бы смысл-то не в том, что он большой или небольшой, а в том, что он внезапный. То есть 30 метров это организм чувствует. Заодно и узнаешь, чувствует. Ага, и там, блин, копыта откинуть внизу, вон там он. А ты вниз головой не прыгай, во-первых. А вон они за веревку тянут и это внизу стравливают. Вот,
потом сейчас чик. Да. Что-то не очень много. Опа! И полетел. Что, все уже? Полетит. Ну, высоко тут, высоко. Ой, пипец. Кто сказал, что не дергает, я не понял. Очень даже дергает. Я вот сейчас видел, как его дернуло. И нехило так. Адово страшно. Ну нет, в белой одежде зеленый шлем. А у них все зеленые. Так сейчас будет прыгать мой коллега. Мы с ним работаем вместе. Сейчас поглядим, как он фиганет. Так, вот он заходит на помост. И сейчас поглядим. Надеюсь, ветра не будет. А вот сейчас ему делают последний инструктаж. Так. Вначале обязательно требуется развести руки, чтобы показать, что они у вас двигаются. А вот мог бы взять камеру и полетел. Ой. Мама. Что-то он это... Что-то надо было такое сказать. Сиганул. Но у него слова кончились внезапно. Он забыл язык, весь русский язык. И что-то такое. А мог бы кого-нибудь процитировать? Какого-нибудь, не знаю, Пушкина или кого-нибудь вспомнить вот, напоследок? Вот, видишь, дядька процитировал группу Ария. Песня «Я свободен». Я свободен. Последний ангел. Да, да, точно. Вот, молодец. А можно было это, какой-нибудь Цоя там, что там, я ухожу. Закрой за мной дверь, да. Я ухожу. Вот, тоже подходит. А вот там его хватает аж. Па, еще что-нибудь мы тебе это... Заново. Спросим. Не, а ты когда это, ты когда падал, там рывка не было? Нет, никакого рывка. Плавно все проходит. А не это, не башкой вниз летел-то? Я что-то не понял, ты как-то так, опа. А я тоже не понял. Нет, по-моему, я летел... лицом вниз. Да. И, по-моему, под конец просто так слегка накренился. Но это мои воспоминания. Воспоминания. Нет, как-то, да, вниз, потом... Оно... Ну да, накренился. Так, вниз, и потом и... как-то... А что, надо было что-нибудь крикнуть там? Только я крикнул. Не слышал? А что крикнул? Ну это да. Когда уж тебя подняла второй раз, вот этот момент более такой приятный, чем... Когда вниз летишь. Ну ты вот это. Ты начинаешь уже чуть-чуть осознавать происходящее. И там уже это. Можешь как-то осмыслить, что с тобой происходит. Вот. Хоп. Вот когда вот так поднимаешься. Это уже да. Все, это уже знаешь. Так это как на качелях больших. Да, да, ну вот этот момент прикольный. А так-то вниз летишь. Ну, не успеваешь, по-моему, как-то сообразить, что происходит. Ладно, я пойду вверх. Еще будешь? Можно, в принципе, я не знаю. Ждать долго. Не буду. Потом. Ну ладно, ну то есть советуешь прыгнуть? Конечно. Их? Ну да, то есть понятно. Ну ладно, давай, удачи. Вон, так что давай. Я даже, блин, сфоткаю. Ой, чё, блин, что он прыгнул-то? Ой, мама. Нет, тут вообще запас огроменный. Пас карман не тянет, как говорится. Че-то все равно хлипко как-то. Хлипко? Какая-то система хлипкая. А вон опускают, гляди. Опускают веревку. Вот, а сейчас... веревку. А, так они за эту веревку-то потом привязывают просто. Опускают-то там вон, сбоку, наверное. Сверху. Что-то мы внезапно попали на какую-то движуху. Пузаны какие-то. С адскими пузанами. Рядом с Карлом Фридрихом, Биоренимом, фон Мюнхгаузеном. Гаузен.
Итак, Карлов Фридрихов. А чё все вон те вон эти стоят на спинах? Который не будет ходить никто лишний, особенно маленькие дети, которые, наверное, не очень слышат, что я тут говорю. Да. Может, написано? Да тут какой-то фестиваль этих. Российский жонглёрская конвенция. Вот что. Первая игра очень простая. В ней могут участвовать вообще